Саженцы и рассада гибридной хосты Snow Cap, эффектного многолетника, с каждым годом будут становиться пышнее и больше, поэтому подходят для одиночных и групповых композиций. В конечном итоге высота взрослого растения может составлять 50 см с размерами листов 12 на 8 см. Сердцевидные сжатые листья отличаются сизовато-голубым оттенком, окаймленным кремово-белым цветом. Мощные крупные листы с легким восковым налетом находятся в прикорневой коротковетвистой розетке. Воронковидные бледно-лавандовые цветки появляются в июне-июле. Оптимальное расположение сорта – тень-полутень. Хостогибридная Snow Cap – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.